nostalgia. And wants to sleep in a city that never wakes up. She was enraged by the way that the emperors were trapped in the cage, and the days she deemed dull, leading to nights reading beer bottles. You're such a fugitive, but you don't know what you're running from. You can't kid us, and you couldn't trick anyone. Houdini, love, you don't know what you're running away from. Who wants to sleep? City that never wakes up, blinded by nostalgia. Who wants to sleep in a city that never wakes up? Different at times I throw fits when I read how they work things. You see me smile.
Now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is alright when it ain't really isn't working. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words die out. So put it in all of the pages. I'm not afraid. Read on about it. Oh, I ain't censoring myself for nobody. I'm the only thing I can be. All that is
слышу, а ты меня? Замечательно. Доброе утро, товарищи, не спящие в Сиэтле. Я не знаю, где там кто не спит. В любом случае, доброе утро. Второй день LAN-турнира, LAN-финала турнира Red Bull Esports Champions League 2013. Мне бы кто Red Bull принес. Было бы намного круче. И смотрим мы с вами. Напомню еще раз, что это подгруппа Б. И вот так вот выглядит турнир и таблица на данный момент. Tong Fu. Две победы в двух матчах. Rising Stars. Две победы в трех матчах. LGD Int. Одна победа, два поражения. В том числе и у Rising Stars. Вот так вот. Что-то Сереня не тащит. Да, XPY. Три поражения. Ну, они уже вылетают. Вот ДК. У нас пока одна победа в одной игре. И Rattlesnake еще не стартовали. То есть расклад такой, что Tong Fu, Rising Stars и ДК, скорее всего, из этой группы выходят спокойно, а вот LGD Int придется бороться с Rattlesnake'ами. Как-то вот так. Ну, хотя Rising Stars могут честно проигрывать. Ну, короче, в любом случае... Посмотрим. Да. Че, сейчас-то гадать. Виспа забрали. Супер-то, молодец. Урвал нужного героя. Ну, в прошлой игре тоже они им дали Виспа команде ДК. Они... забрали и абсолютно спокойно выиграли, но подыграли, скажем так. Подыграли. Все куплено. Играли не с самыми крутыми пацанами во вселенной. И что-то Бёрнинг задумался, что ему делать. Такой... А почему алхимика стали банить? Алхимика забанили, потому что, наверное, не хотят против него играть. Я не знаю, почему забанили алхимика ДК. Вот вообще не знаю. То есть в прошлой игре они его брали. Почему они его забанили сейчас, я вообще не имею ни малейшего понятия. Вчера мы, кажись, комментировали... Вроде как фармило, то есть. Ну, ничего особенного. Именно, что там... Это не Магнус с офигенным там ультом, не Бэтрайдер. Особенно Магнус, да? Ну окей, тогда почему забанили Наку? Кстати, да. Да, что-то... То есть у нас вот есть такой супер... Недели как... доту не смотришь, и все меняется. Медведь. И лайфстилер, и медведь. Ты читал уже обновление за 11 июля? То есть сегодняшнее? Да, читал. Что нового? Абадончик. А, ну Абадончик, да. Ну, это же он только в... Как его? В тест-доте. И на турнамете тоже не будет пока. Да, на турнамете до International уже ничего нового не будет, абсолютно. Но все равно же приятно. Не, ну, оно да, то есть оно бесспорно, конечно, приятно. Посмотрим. Что с этого получится? Так, ну что, ДК, что так долго думаете? Забираем медведя и все нормально. Ну а там сейчас заберут Хаускнайт, и что ты делать будешь? Выигрывать. Это тяжело. Не, ну как тяжело? Здесь все нормально вообще. Ну как, ты медведь, ты фармишь 50 минут. Ты лайфстиллер, ты сидишь в медведе и фармишь 50 минут. Тебе на базу прилетает Хаускнайт с ультой и висп, и убивают бараки. Ну, это да, это минус стратегии против... Ну, то есть, всегда в любой стратегии есть свои минусы, как бы, да? То есть, не надо их недооценивать. В стратегии Властелер-Медведь этот минус уже есть у разных старцев. Не, ну это да. Но в любом случае, все равно они отдают Хаускнайта, говорят, хотите, забирайте. Хаускнайта, Тинька, да кого угодно забираешь. Тут, кстати, Урса под Виспа отлично стакается. Ну, это да, только вот брать ее прямо сейчас... А что бы это? Уже боялись. Ну, типа да, что было вообще очень страшно. И фаст Рошана забирать. Да ну, последним, вот последним. Когда последний раз китайцы забирали Рошаны до крипов? Я думаю, они даже не знают, как это делать. Вот вообще не знаю. Так, Darkseer, Rising Stars. И вот сейчас что-то вообще я начинаю вспоминать. Когда же последний раз был Рошан до крипов? Кто-то в интернетах вспомнит. Именно китайских команд тут в совместном матче. Ну понятно, не у наших же. Кстати, наши с китайцами там еще может быть. Не, наши с китайцами нефиг делать. Там LGD тоже, я думаю, считать не стоит, потому что эти точно где-то когда-то до кому-то точно пошли Рошана убили. Это факт. А вот что делать китайским командам, которые не знают, что есть Рошан? Не, они знают, что он есть, они просто не знают, что можно убивать его. С другой стороны, они знают, что упадает седьмого Рошана, а наши нет. Тоже правильно. Влад, что насчет StarLadder 7? Какого числа? Я хочу приехать. Боже, как же меня
вымораживает это количество народа, которое каждый раз пишет. Когда StarLadder, я хочу приехать в Киев, надо знать за 4,5 месяца. Нет, знаешь, когда летний StarLadder, там еще билетов может не быть нормальных. Ну, типа да, да, да. А вот ехать на осенний, там, на зимний... Тысяч вообще. Да вообще. Не, ну сейчас StarLadder эта тема популярная, говорят, тут дают на халяву там всем. Ну, бывает, но не всем, но дают. Да всем, ты что, не читаешь интернет? Вообще всем читаю, дают. Читаю. Приходишь, заходишь в арену, говоришь, I'm pro player Dota 2, и просто сразу на тебя как эти... Как они... Чайки слетаются прям, начинают клевать. Из-за этого все задержки. Да. Не выходы на сцену и так далее. Ну конечно же, а из-за чего же еще? В туалете заняты. Ну, так понятно. Обилие самок зашкаливает и так далее. Так что приходите, приходите в Киев Киберспорт-арену. Там уже специально сделали трибуны, под которыми можно этим заниматься. Да, мы тут комнаты отдыха скоро сделаем, собственно, будем их сдавать. Как знаешь, в саунах. Комната матери и ребенка. Комната матери и ребенка, да, тоже нормально. Вообще, я бы даже сказал, шикарно. Комната матери и ребенка. Нет, как бы, чтобы арена была на мировом уровне, себя позиционировала, то без матери и ребенка вообще не обойтись. Ну это понятно. Все ж нынешние представительницы... Через три сезона они как раз вот будут готовы заселить. Вот и я о том же. Сейчас они одним занят, потом другим будут. Тут ты прав. Сларк улетает в бан вместе с Outworld Devourer и Мартреткой. Причем где-то по российскому законодательству было, что если вот рождается ребенок в течение 300 дней после развода, то отцом автоматически считается бывший муж. Классно. То есть если сейчас быстро выйти и свалить... По фасту, да, то да. Будет то будет адмирал Бульдожка. Или Чирили, не знаю, кто там. Чирили, ахи, кто там у них вообще. Кто последний, тот и папа, ты что, правил не знаешь? Где-то же была новость, что типа Ван или там 14-летняя тёлка, то есть беременна, и не знает, кто из двоих парней 11-12 лет является мужем, ну, отцом ребенка. Охренеть. Так, ну вот все пока у ДК хорошо, только вот дизейблов не хватает. Один рубик — это маловато. А Василию уже много не надо. Зафиксировал цель и поехал лупить, нарезать. Так, ну что, Вивер в прошлой игре зашел вообще на ура, уротакей. Бегал он и просто всех убивал, но опять-таки там особо враг не сопротивлялся. Этот враг с виспом будет сопротивляться. Будет. Но вообще вот ДК фармить умеют, грамотно передвигаться умеют, все у них хорошо. Rising Stars пока молодые. Осталось научиться только в доту выигрывать. Так, ну, кстати, они же все равно где-то там, здесь там место взяли, там место взяли, то есть где-то второй, третий все равно спирают. Не, ну да, они, мы их хотя бы знаем, да. Ну, как бы сказать, знаем. Хорошо, знаем. Про Бернинга сколько шуток ходит. Это да. Ну что, Шэнд Кинг у Rising Stars. Я просто пугаюсь, что скоро, возможно, закроют китайскую стену, чтобы не приглашали... иногородних турнира, а то Альянс приехал, выиграли, Нави приехали, выиграли. Ну, корейцы вообще вот сразу, видишь, все просто сделали на Нексоне. Сказали, участвовать имеют только граждане Кореи. Имеют право. В порядке. Нет, с другой стороны, они вот сейчас свой класс развивают и таким макаром. Ну, очень типа хорошо. Да. Это все правильно, мне кажется. А вот когда они уже разобьются, как у турки хотя бы одна команда у них будет хорошего уровня, вот тогда уже можно будет опускать там и Нави, и всех, кто хочет халявить денег. Зная Корею, да, и, скажем так, корейский киберспорт. Ну, через неделю у них, да, будет команд 10, тут ты прав. Таких сильных, то есть там пацаны такие, что ого-го, схватывают на лету. Меня больше пугает, что вот раньше, я же думаю, у них были дотеры, все равно, как бы даже если у них официально там не поддерживалось. У них был когда-то Чу, я одного знаю, Чу. Просто если даже политика Valve там не занималась ими так вплотную, как сейчас, у них все равно были дотеры. Почему мы о них не слышим? Ну, это потому что, типа, там у них не было...